Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня рады приветствовать вас на нашем прямом эфире. Меня зовут Олеся Халецкая. Я являюсь руководителем центра Smart Life в городе Львове. Вот, также бизнес-тренером компании. Вот, и также руководителем по системному обучению и структурному развитию. И сегодня мы с вами поговорим о приборах Smart Life, а именно о том, как работает прибор Smart Life, вот какой принцип работы прибора, почему он эффективен, да, вот какая его эффективность, какие основные преимущества. Буквально так в двух словах разберемся, что это за прибор, как им пользоваться и какие выгоды и преимущества он дает. Вот, соответственно, скажу два слова буквально о том, что частотно-резонансной терапией занимаюсь уже с 2012 года. Мы открыли первый центр в городе Львове. С того времени у нас появилась целая сеть центров Smart Life, которую объединяет то, что все центры исповедуют работу с помощью частотно-резонансной терапии, именно воздействие на организм без таблеток, лекарств, только используется частотно-резонансная терапия. Вот. Как монотерапия, как единственный метод, соответственно, в оздоровлении человека и комплексного подхода к здоровью. Итак, перейдем непосредственно к теме нашего сегодняшнего общения, к тому о приборе Smart Life, о том, как он работает. У многих часто возникает вопрос, что это за коробочка, что это выглядит и как сделать так, чтобы он, скажем так, стал вашим домашним доктором. Вот. Прибор Smart Life работает с помощью частот, да, волновой терапии. Соответственно, что прибор является генератором частот, и в нем уже содержится этот генератор высокой точности, который генерирует частоты заданного диапазона. Вот если мы зайдем в прибор, мы увидим, что у нас тут есть меню программ, и кнопками вверх-вниз мы можем выбирать программу. Да? Что же это нам дает? Да? Соответственно, мы выбираем программу по названию. Название уже создано для нас, разработчиками, для того, чтобы каждый человек смог найти для себя программу по душе, да? Ту, которая ему нужна в то или иное время суток, в то или иное время года, да? Потому что 5000 программ обеспечит любой вкус, да, на любой вкус, поможет человеку непосредственно восстановить свое здоровье. Тут по алфавиту мы можем найти программы для поддержания нашего организма и для антипаразитарной терапии. Как воздействует прибор? В первую очередь хочу сказать, что прибор воздействует с помощью частот, попадая в резонанс с нашим организмом. Итак, давайте же разберемся, что такое частотно-резонансная терапия. Да, в основе ее лежит фундаментальный закон физики – электромагнетизм. На сегодняшний день электромагнетизм, он нас вот повсюду окружает. Да? На сегодняшний день мы можем сказать, что и наши телефоны, и Wi-Fi, и все практически, скажем так, предметы нашего быта в нашем доме, все они тем или иным образом работают с помощью электромагнетизма. И когда мы говорим, что с помощью этого закона физики работает прибор Smart Life, это как бы мало о чем говорит, потому что это очень-очень широкое понятие. Еще в прошлом столетии, да, Макс Планк сказал, что все в мире, это отец квантовой физики, сказал, что все в мире это всего лишь колебания и их воздействие. И непосредственно вот такие колебания могут помочь нашему организму восстановиться в абсолютно природный для него способ. Так же, как камертон настраивает музыкальные инструменты на нужную частоту, так же и прибор Smart Life
настраивает наш организм на нужные частоты, помогает вспомнить эти частоты. Если это терапевтические программы, те, которые непосредственно направлены на работу нашего организма. Соответственно, таким образом мы можем помочь нашим органам работать лучше, помочь себе, да, вспомнить природные частоты и гармонизировать свой организм, да, вот. И таким же образом мы можем фактически получать результаты с разных областей медицины. Вот. Что касается антипаразитарных программ, тут тот же метод электромагнетизм, но немножечко уже по-другому он работает. Как же он работает, да? Это интересный вопрос. Он работает похоже, потому что также частоты попадают в резонанс с паразитами, непосредственно с теми патогенами, которые живут в нашем организме, в нашем доме и мешают нам жить счастливой и комфортной жизнью, да? Он попадает в резонанс с этими паразитами, но с большей интенсивностью, соответственно, их разрывает, и они с помощью дренажных программ выводятся из нашего организма за счет работы органов фильтра, да, органов очищения. Вот. Что касается прибора SmartLife и его ключевых преимуществ. Да? Какие же ключевые преимущества? Ну, во-первых, это то, что прибор полностью неинвазивный, его не нужно ничего со своим телом делать абсолютно, даже не нужно ничего вовнутрь принимать. Мы просто включаем на кнопку, находим нужную программу и получаем результат. Что касается того, насколько он эффективен, да? Эффективность в острой стадии более 90%, в хронической более 80%. О чем это говорит? О том, что мы можем в острой стадии получить очень быстрый результат, уже буквально в первые сутки получить хорошие результаты за несколько часов от работы прибора, если мы попали именно в нужное нам направление, именно в нужную нам программу. Если же мы, например, у нас хроническое заболевание, и человек болеет уже несколько лет, а может и десятилетиями уже болеет, тоже можно решить эту проблему с помощью прибора SmartLife. Нужно поставить на приборе соответствующую программу. Вот буквально вчера разговаривала с одной пациенткой, у которой была такая жалоба, которая, ну скажем так, очень часто сейчас встречается. Это уже хроническое заболевание, она уже 10 лет непрерывно, без перерывов практически, капает нос. У нее постоянный насморк. Это уже перешло, ну, даже в какую-то такую болезнь, когда она боится без капель для носа ложиться спать. Она уже просто ставит их себе под подушку, потому что боится, что ночью ей нужно будет срочно закапать нос. Да, такое бывает, это фактически зависимость от капель, и такие люди на самом деле есть. Как же попадают люди в такую зависимость, да? Все очень просто. У нее когда-то был насморк, она его лечила с помощью капель, которые непосредственно влияют на слизистую оболочку носа, которая расширяет сосуды, и соответственно, что, которые работают с сосудами, да? И непосредственно они привели к привыканию к этим каплям. И таким образом она уже не может нос дышать. Она говорит, если я не капаю нос, у меня начинается мигрень. Да, это очень серьезная проблема. Как же ее решить? На приборе SmartLife у нас есть программы, которые работают непосредственно с насморком. Есть программа «Дыхательные пути нос», контрольные частоты, замечательная терапевтическая программа, которая помогает нашему носу, нашей лор-системе, да, вспомнить свои природные частоты. Есть программа «Ринит», есть программа «Синусит», да, есть вот набор можно для себя составить, если у вас гайморит, можно тоже гайморит, есть программы несколько. Вот, соответственно, на любой вкус из раздела лор мы можем поставить те программы, которые нам нужны. И нам не нужны никакие капли. После программы Ринит у нас реально
через уже 10 минут реально нос начинает дышать, как после капель. Да? Ну, я как человек, у которого тоже была такая проблема с носом, мне было тяжело дышать, да, когда вот нос заложенный, носовые ходики не очень большие, соответственно, ну, очень было тяжело, не всегда даже капли помогали, и уже даже я думала о том, что мне нужно какое-то дополнительное лечение, но как бы через какое-то время я начала пользоваться прибором Smart Life, да. Я могу сказать, что сейчас для насморка я не знаю вообще уже, какие капли можно покупать, потому что я просто ставлю для себя свой любимый набор программ. Если я чувствую, что насморк начинается, сразу ставлю набор программ. И все. Уже через 10 минут я чувствую результат. У меня бывало такое, что вот нос заложен просто ужасно, да. Вот не было где-то прибора, или я куда-то вышла там без прибора, дохожу уже до офиса, уже не могу дышать. А у меня сейчас встреча, мне нужно разговаривать, да, на приборе. Я быстро ставлю или дыхательные пути нос, контрольные частоты, или программу Ринит. Быстро выставляю на прибор. Уже через 5 минут я уже чувствую, как у меня уже все проходит потихоньку. Я могу провести встречу, могу рассказать то, что нужно, и нету никакого напряга. Да? Вот сейчас осень, да, такой период, когда болеют дети. Да? Вот, когда начинается и насморк, когда перепады температуры, начинается вирусное заболевание, непосредственно грипп, да, уже не говоря там ОРЗ, ОРВИ, вот, и, конечно же, это сопровождается насморком, болью в горле, охриплостью и так далее. Все это с помощью прибора можно прекрасно победить, да. Вот, дети у нас тоже с помощью прибора очень успешно лечатся. Мы им ставим на ночь программу, выставляем, и уже на утро они, ну, как бы в хорошем самочувствии идут в свои дошкольные учреждения, вот, в садики, мини-садики и так далее. Вот, соответственно, что на приборе мы можем как острые заболевания, которые вот уже возникли и нужно вот с этим насморком что-то делать, можем его лечить, да, также можем купировать и то заболевание, которое уже годами, уже 10 лет, зависимость от капель появилась, непосредственно нужно будет больше просто работать с помощью прибора, нужно будет целый день крутить программы Ринит, дыхательные пути нос, контрольные частоты, синуситы и так далее. Почему? Потому что первое время организму просто тяжело перестроиться. И для того, чтобы он привык, чтобы он вспомнил свои частоты, мы непосредственно и используем нашего домашнего доктора. Но если от фармпрепаратов мы можем получить зависимость, и более того, мы можем получить побочные эффекты, которые описаны в любой инструкции к препарату, то здесь у нас нету побочных эффектов. Да? Мы не можем прибор передозировать. Даже если мы 24 часа в сутки будем крутить программу Ринит, ничего не произойдет. Самое худшее, что может произойти, это то, что она просто не будет на нас воздействовать, он будет просто проходить мимо, поскольку не будет резонанса. Ну, скажем так, небольшая на самом деле эта проблема, потому что если проблема есть, то резонанс будет. Если проблемы нет, резонанса, соответственно, не будет, значит, это не наша проблема, не наша программа, он просто пройдет мимо, да? Поэтому волноваться за это не нужно. Прибор полностью безопасен. И его можно использовать уже с первого дня рождения ребенка до самой глубокой старости. Вот, поэтому это как палочка-выручалочка для родителей маленьких детей, у которых часто на самом деле бывают такие проблемы, им на самом деле нужно это, вот, и для старшего возраста, да, когда уже третий возраст, ну, когда уже такое состояние, когда уже много различных проблем, и даже не от всех проблем можно, скажем так, найти соответствующие препараты, потому что у них уже есть противопоказания, и эти противопоказания могут спокойно быть у этого человека, например, там это и почечные проблемы, да, часто есть противопоказания, если там болезни почек, а также болезни печени являются частыми противопоказаниями, да, может подняться там билирубин от каких-то лекарств и так далее. Это все указывается в инструкции. Вот. Поэтому, если есть возможность уменьшить список своих таблеток принимаемых,
уже для старшего возраста, то, конечно, нужно этим способом воспользоваться. Я бы сказала, что прибор SmartLife – это не только метод, как уменьшить список таблеток, это метод, как не принимать таблеток. Я, например, на себе могу сказать, что ну, у меня именно этот метод и работает, да? Конечно, еще не могу похвастаться там какими-то такими серьезными вещами, потому что еще не тот возраст, но тем не менее любые проблемы, которые возникают от банального там ОРЗ, ОРВИ, там грипп, насморк, такого простого, до каких-то там болей и так далее, чего-то такого более уже сложного, все это с помощью прибора можно излечить, улучшить и так далее. Мне не очень нравится слово «излечить», потому что оно предполагает то, что мы говорим только о болезни, да? Но не всегда нужно лечиться уже тогда, когда болезнь уже там серьезная и прогрессирует, да? Лучше, конечно, заниматься профилактикой. А какая профилактика? Вот многие говорят, мне не нужно. Мне не нужен прибор, я еще хорошо себя чувствую, мне там 20 с чем-то лет или там 30, да? Вот, я вам скажу, что обязательно нужен прибор. Ну, во-первых, профилактика какая? Не пить уже лекарств. Это очень хорошо для организма. Это очень помогает нашему организму просто не загрязнять себя какими-то ядами, да, продуктами там разными, да, химическими. И организму не нужно будет их потом выводить и очищать. И если мы уже когда-то принимали таблетки или антибиотики, или что-то еще, да, какие-то любые препараты, которые, у которых есть даже в небольших количествах тяжелые металлы, а это может быть, да, это и ртуть, и свинец, и кадмий, очень часто это как раз когда человек курит, он часто становится носителем кадмия, вот непосредственно все эти тяжелые металлы могут тестироваться в нашем организме, могут на самом деле проявляться. Каким образом они проявляются? Вот я еще не видела ни одного человека, который бы сказал, знаете, вот у меня ртуть в организме, и мне от этого плохо, да? Как правило, об этом люди не знают. И, как правило, как это проявляется, да? Вот это перенасыщение тяжелыми металлами, перенасыщение токсинами, слишком большая интоксикация. Это у нас у многих, это, наверное, 90% у них слишком большая интоксикация, да, у людей, у которых нет прибора SmartLife, да? Почему? Потому что они никогда не делают очистку организма. И даже если они что-то и сделают из разряда очистки, да, не факт, что это будет очистка организма. В основном, если мы пьем любые препараты, если мы пьем БАДы, если мы пьем витамины, ну все что угодно, да, все это в наш организм только привносит. И ничего из этого его не вычищает, да. Потому что очистка, ну, это сложная вещь, да, как бы не каждый может себе это позволить, потому что очистка это всегда связано с тем, что наоборот организм должен как-то это вывести. Это пить большое количество воды, это, возможно, не принимать пищу какое-то время, это, возможно, какие-то процедуры неприятные, да, дренажные и так далее. Или же это на приборе SmartLife поставить программы дренаж, детоксикация, выведение токсинов, элиминация токсинов, аутоинтоксикация, выведение тяжелых металлов. Вот это все программы, которые мы ставим как раз для базовой очистки организма. За 15 дней можно уже почувствовать, насколько уменьшилась интоксикация. Но я так и не закончила. К чему же приводит интоксикация в нашем организме? Да, потому что мы с ней живем, и мы о ней не знаем. Я могу сказать точно, что у меня в 20 лет интоксикация организма была настолько большая, что я уже просто ужасно себя чувствовала. Но у меня вроде бы ничего не болело, потому что организм молодой, он совсем справлялся, да? Как это проявляется, да? Во-первых, нет сил, да? Когда у вас нет сил, это говорит о том, что это интоксикация, как правило, да? Когда вы чувствуете такое недомогание, у кого-то проявляется головными болями, у кого-то болями в позвоночнике, в спине, потому что все тяжелые металлы всегда очень, ну, очень на них плохо реагирует наш позвоночник.
поскольку он является основой организма, он отвечает за прямохождение. И вот если вы уже чувствуете, что вас начинает так тянуть вниз, это тоже говорит о том, что есть какая-то интоксикация, что что-то уже мешает. Ну, у меня, например, интоксикация в детстве проявилась даже тем, что упало зрение, да. Ну, вот там, где тонко, там и рвется, говорят, да. Вот, почему? Но когда падает зрение, вы же знаете, особенно в детстве, то это деформация глаза. Это не просто так. Если у нас деформация позвоночника идет, то деформация глаза тоже идет, да. И, соответственно, его уже не восстановить вот так вот просто, да. Вот. Ну, конечно, есть способы, как восстановить, но это уже другая история. Вот. Но самое главное, это даже не это, да, не то, как восстановить. Вопрос в том, что же делать, чтобы побороть эту интоксикацию. Потому что, ну, мы собираем с самого рождения эту интоксикацию. Мы ее красиво так накапливаем в своем организме. Мы ее бережем к лучшим временам, может, когда-то почистимся, да. Но накопив, приходит то время, когда это уже переходит в серьезную форму, когда вы уже чувствуете серьезное недомогание и не можете понять, от чего оно. Потому что явных проблем у вас еще пока нету. И ждать, пока у вас уже появятся явные проблемы, это уже будет явный перебор, да. Соответственно, нужно заняться очисткой организма. Есть такая программа «Глубокая очистка организма», да? Очень рекомендую ее тоже, потому что это программа очистки, которая как раз помогает глубоко очистить свой организм. Но я бы ее ставила, конечно, с элиминацией токсинов, с аутоинтоксикацией вместе, такие программы, да, с дренажными программами, детоксикация там, печки, почень и органы фильтры, также поддерживающие программы различные на органы. Все это помогает в комплексе нашему организму восстановиться после этой интоксикации. Потому что на самом деле вопрос интоксикации очень серьезный. И он стоит достаточно остро, потому что мы о нем не думаем, мы о нем не знаем. Но именно из-за этого мы начинаем преждевременно стареть. Именно из-за этого у нас пропадают силы. Именно из-за этого мы позволяем патогенам, различным паразитам, в том числе и глистам, попадать в наш организм. Потому что я всегда, знаете, такая, я вот экономист по образованию, у меня всегда вопрос, почему, да, вот у врачей нету этих вопросов, они, как правило, все, скажем так, вот потому что и все, да, а у меня всегда вопрос, почему? Почему один человек болеет, а другой остается здоровым? Почему у одного человека есть паразиты, а у другого нет? Почему? Если так случается, то на это есть причина. И эта причина, она не там, где говорят нам врачи, да, как они любят говорить. Причина в том, что плохая экология. Ну, это не совсем, потому что у нас у всех одинаковая плохая экология, но одни болеют, а другие нет. Почему? Да? Вот, еще один вопрос. Если мы смотрим на результаты даже тех же анализов или диагностики, да, пациента. У одного пациента есть патогены, у другого нет. Почему? А все очень просто. Один организм принимает их, есть условия хорошие для жизни этих патогенов, а другого нету этих хороших условий. У него нехорошие условия, да, для того, чтобы эти патогены поселились. Соответственно, о чем это говорит? О том, что человек человеку рознь. И мы не можем подходить ко всем людям с одними и теми же уставами, да, одними и теми же правилами. Нам нужно вначале узнать, в чем причина. В чем причина, почему именно у этого человека именно вот такая расположенность к каким-то проявлениям разных там заболеваний или там это к патогенам, вот у одного и только что-то не то съел, сразу там появляются уже патогены, да, кто-то там много всего плохого ест и у него не появляется. У кого-то есть, например,
какие-то метеочувствительность, да, почему она проявляется. Вот непосредственно для того, чтобы узнать ответы на эти вопросы, и нужно разбираться со своим организмом, да, потому что когда мы, скажем так, начинаем, становимся на путь, да, когда мы начинаем разбираться в себе, смотреть на свое состояние здоровья, мы начинаем видеть много разных подтверждений того, что у нас есть интоксикация. Да, что именно она мешает. Это, как бы, с одной стороны, эта интоксикация очень часто блокирует иммунитет и не позволяет ему хорошо справляться, создает условия, приемлемые для жизни разных паразитов в нашем организме, создает условия для того, чтобы органы фильтра особенно были перенапряжены и нужно было бы им работать больше, да, именно потому что они еще и токсины должны обрабатывать. Вот, и непосредственно, если мы начинаем из программ очистки, мы всегда получаем положительный результат, уже даже не прошел до конца программу очистки, потому что она всегда сопровождается тем, что появляется прилив сил, появляется больше энергии, появляется больше оптимизма, да, потому что если человек пессимист, то это тоже может быть из-за того, что у него слишком большая интоксикация, из-за того, что он настолько перегружен внутри, что уже на физическом, ну, насколько перегружен на физическом плане, что уже на ментальном плане он тоже, у него уже становятся какие-то свои блоки, да, он уже не может с этим справляться, и он во всем видит только негатив, потому что просто вот такая вот сильная интоксикация в организме, потому что просто перегруз пошел, да. И с помощью прибора Smart Life мы можем провести программы очистки и получить замечательный эффект. Вот, для того, чтобы обратиться в сеть центров Smart Life, у нас под видео есть возможность увидеть наши координаты. Также у нас есть страница лечения с помощью прибора Smart Life, вот, и там также можно добавиться, можно зайти также в нашу группу, посмотреть, все увидеть, почитать, увидеть наши видео. У нас есть очень много видеоотзывов с врачами, с пациентами, с руководителями центров. Вот. Очень много информации есть в свободном доступе, с которой можно ознакомиться. Узнать больше о частотно-резонансной терапии, именно о приборе Smart Life. И для себя принять решение использовать такого домашнего доктора для лечения, омоложения и профилактики. Я желаю вам всего самого лучшего. Если у вас возникли вопросы, они у вас обязательно возникли, вы можете их также задавать на нашу страницу. Вот, и мы обязательно будем на них отвечать в следующих видео. До скорых встреч и всего хорошего. Пока!